продюсер Шоза Макина. Ороче, змей. Сюжет и сценарий Рукухей Сусукита. Режиссер Бунтара Футогава. Осторожней! Не все, кого называют злодеем, на самом деле злые люди. Не все, кого называют благородным человеком, достойны так называться. У очень многих под маской благородства скрывается зло и предательство. Самое начало 1700-х годов. Маленький феодальный городок. Школа каллиграфии Мацудзумы Сузана. Почти все молодые самураи в этом городе – приверженцы и последователи учителя из Энзан. Школа каллиграфии Энзана. Сегодня у учителя Энзана день рождения, и вся школа наполнена радостью. Мацудзума Энзан, его играет Сейко Мисана. Учитель улыбается при виде своих учеников, пришедших поздравить его и пожелать ему удачи. Дочь Энзана, Нами, известна в округе своей необыкновенной красотой. Нами играет Тамаки Утака. Молодые самураи не могут скрыть своего восхищения этой женщиной. Однако одни из них, Куритоми Кензабура, затмевает всех остальных страстью, с которой он глядит на нее. Куритоми Кензабура играет Банда Цумасабура. Один за другим самураи поднимают тосты в честь хозяина, желая ему процветания и всего самого лучшего. Один Энзан чувствует себя не своим на этой вечеринке, но, конечно же, он тоже радуется за всех присутствующих на ней. Ну вот, теперь атмосфера сгустилась и началась настоящая пьянка. Молодые самураи начинают развлекаться сами по себе, выпивкой, спорами и азартными играми. Во всех этих развлечениях Куритоми Кензабуру тоже принимают участие. И похоже на то, что он уже не чувствует себя одиноким. А вот и Намика Шинпачиро, сын главного слуги лорда. Намика играет Имамура Маматара. Он слишком много выпил, и все вокруг его видится уже в алкогольном тумане. Он осматривает зал, чтобы найти себе какое-нибудь новое развлечение. Но, так как у него высокое положение, все стараются держаться от него подальше, и он раздражен этим. И тут его хитрые глаза останавливаются на Куритоми Кензабура. «Эй, Куритоми!» Куритоми! Эй, парень, иди-ка сюда, я хочу с тобой выпить.
Сталкиваясь с подобным высокомерием, Кинзабура едва может остаться со спокойствием. И как вы можете видеть, я уже слишком много выпил и больше не могу. Что? Ты хочешь сказать, что моя чаша недостаточно для тебя хороша? Я не имел в виду ничего такого. Тогда выпей со мной. Пей. Если у тебя нет иной причины не пить со мной, пей. Мерзавец. Кто ты такой, чтобы отказываться от моего подношения? Делай, как тебе говорят, пей. Ты что, считаешь меня грубияном? Ты слишком большой аристократ, чтобы с тобой спорить. Забери обратно свои слова. Что? Вот же наглый крестьянин. Глаза Кинзабуры моментально становятся холодными. Я покажу тебе сейчас. Гнев вскипел в крови Кинзабура. Гнев на подобное надменное поведение. И он больше был не в состоянии держать себя в руках. Прекратите! Разнимите их куратами, Кинзабура! Хватит! Остановитесь! Пустите! Ну и происшествие здесь приключилось. В чем дело? Разнимите их! Куритоми, что случилось? Учитель, это Намиока. Я сказал, хватит. Куритоми, сегодня у меня день рождения. Разве для тебя это ничего не значит? Как ты посмел испортить эту встречу в честь меня, учитель? Прошу вас, простите меня. Намика начал первым. Он первым начал. Простите меня, прошу вас. Кинзабура пытается объяснить, что именно произошло. Но все остальные становятся на сторону Намика. Он сын аристократа, с подобными людьми следует избегать неприятностей. В конце концов, Кинзабура был сочтен обычным дебоширом. Учитель, все это неправда. Я слышал достаточно. Замолчи. Учитель, прошу вас, выслушайте меня. Молчи. Все видели. Все видели. Все. Вы же были здесь. Вы же все видели. Трусы. Льстицы. Лжецы. Я сказал, хватит уже, Куритоми. Учитель. Учитель. Как мог ты только затеять драку в подобный день? В этом зале не место таким, как ты. Еще один проступок, и тебя прогонят навсегда. Не забудь про это, Куритоми. Ладно. А сейчас уходи отсюда. Учитель, прошу вас, простите меня. Кинзабура проглотил свою печаль и обиду и ушел из дома. Кинзабура, Наме... Мне все равно, что говорят за моей спиной. Но я не могу оставаться наедине с таким забияком, как ты. Поэтому я прошу, прости тебя. Прости меня. Прости. Даже Намия поверила в то, что он был причиной этой драки. Хотя виноват во всем произошедшем был Намика. В течение 30 дней Кинзабура находился в подвешенном состоянии. Честно это было или нет? Но наш мир разделен на классы. Если ты не живешь по общепринятым законам, тебя сокрушат. И с тех пор Кинзабура стал известен как нарушитель спокойствия и хулиган. Даже Нанамия, которая раньше испытывала к нему какое-то чувство, теперь стала относиться к нему холодно.
И вот однажды днем, бродя без цели по городу, Кензабуро размышлял над холодностью намерения. Наш герой совершенно случайно натолкнулся на трех разговаривающих между собой самураев. В самом деле, кстати, а ты слышал о Намии? Намии? А что с ней такое? Ты что, ничего не знаешь? Намии? Да что ж ты, дурачишь, ты меня рассказывай. Люди говорят, что Намии потеряла свою девственность. Ладно. Ладно, люди порой говорят, но совсем не те, не то, что думают. Я такое представить себе не могу. А кто же этот счастливчик? Наш лорд. Прошлым летом, когда на Намеях находилась в замке, однажды ночью она пробралась в его покое. Это правда? Так говорят люди. И еще одно. Говорят, что сам Энзан хочет, чтобы Нанамея вышла замуж за лорда, так как от этого только усилится его власть и сила. Лжецы! Кензабуро больше не был в состоянии спокойно выслушивать подобные сплетни. Разве собака, пес, чтобы не делать ничего, когда позорит имя Мацуда Энзана? Пойдемте со мной к учителю! Пойдемте! Сейчас же! Быстрее к учителю! Что ты делаешь? Куритами Кензабуро! Давайте! Пойдемте со мной! Трусы! И здесь Кензабуро так разгневался, что вытащил из ножен свой меч. Сражайтесь! Но три самурая не представляли никакой проблемы для владеющего мечом Кензабуро. Эй вы! Вы трусы! Что? Драка посреди белого дня? Пойдемте со мной! Вы извинитесь перед учителем! Стойте, трусы! Стойте! Подождите! Случайно? Мимо проходили люди, учившиеся вместе с Кензабуро. Подождите! Стойте! Постойте! Он напал на нас! Он сошел с ума! Успокойся! Кензабуро, успокойся! Убери свой меч! В чем дело? Куритоми! Все, хватит! Они распространяли гнусные слухи о Намии. Однако, новости иногда доходят слишком быстро и в искаженном виде. Он сам мог бы рассказать Энзану о том, что случилось, но Кензабуро узнал, что он удален из учеников мастера и осмеян как возмутитель спокойствия своей возлюбленной Намии. Я делал все для того, чтобы защитить ее честное имя. А меня выкинули вон. Что я сделал, чтобы заслужить подобное обращение? В чем я виноват? Я же не сделал ничего плохого. А даже если бы и сделал, то не то, в чем меня обвиняют. Я поступил так, чтобы защитить честь Нанамии. Существует ли справедливость в этом мире? Похоже, что не существует. Совсем.
Кинзабура был поражен несправедливостью всего случившегося с ним. И пока он размышлял над всем этим, ему в городу пришла мысль, что он должен увидеть Намии. Она должна поверить ему, даже если никто другой ему не поверит. И вот однажды ночью он прокрался в сад Энзана. «Меня не волнует ничего другого, лишь бы моя возлюбленная Намия могла бы выслушать и понять меня». «Намия, кто это здесь?» «Намия, это я, Кинзабура. Прошу тебя, выслушай меня». «Пожалуйста, подожди, Намия! Уходи отсюда! Не имеет значения, что говорят остальные. Я не могу перенести того, что ты избегаешь и не понимаешь меня. Ты позоришь звание самурая. Ври кому-нибудь другому. Немедленно уходи отсюда. Намия, пожалуйста, позволь мне все тебе объяснить. Прошу тебя, пусти меня. Намия, пожалуйста, всего лишь выслушай меня, Намия, пусти меня. Я буду кричать. На помощь. Помогите. На помощь. Пожалуйста, не надо кричать. Позволь, я тебе все объясню. Куритоми? Учитель. Куритоми. Ты. Ты змей. Мерзавец. Куритоми. Неужели у тебя такое гнилое сердце? Учитель. Позвольте, я вам все объясню. Учитель! Возьмите этого мерзавца и выбросите его вон отсюда. Мерзавца? Учитель, вы говорите слишком резко. Я могу все объяснить. Просто выслушайте меня. Выслушайте меня. Меня этого достаточно. Держись подальше отсюда. Выкините его за ворота. Просьбы Кинзабуры никто не слышал. Он уже был готов вытащить свой меч, но... Он взглянул на слезы, текущие из глаз Намии, и потерял остаток своих сил. Вы еще увидите. Учитель, придет день, и вы узнаете, кто я на самом деле. Прощайте. Оставьте меня в покое. Отстаньте. На следующий день Кинзабуру было запрещено входить на территорию города. На сей раз он не сделал никакой попытки оправдаться. Вручив себя своей судьбе, он вышел на дорогу и начал вести жизнь ранина. Намия, придет день, и ты узнаешь всю правду о том, кто такой Куритоми Кинзабура. Вот так у Кинзабуры началась жизнь в блужданиях по дорогам страны. Прошел год, а он все еще вел жизнь ранина. По прошествии этого года мы находим его в приподнятом настроении. Даже изгнанный своим лордом, самурай оставался верен и предан ему, и не имело значения, как низко он пал. Кинзабура все равно оставался верным и преданным своим идеалам.
весь этот год жизнь его состояла из одних только потерь. И в его глазах можно было увидеть все более растущий дух восстания, дух неприятия существующей действительности. Посмотрите, как он проходит сквозь город, печальный и грустный, похожий на падшего ангела. «Эй, что ты там делаешь?» Самураин тоже называется. Весь мировой холод промелькнул в глазах нашего героя. «Давайте, действуйте так! Сами смейтесь на своей глупости, идиоты! Как же резко мир делится на тех, кому повезло, и тех, у кого не сложилась судьба!» Из-за всего этого кровь вскипела в груди Кинзабура. А кто это здесь? Это Очи, которая работает в ресторане в Ишинагаве. Ишинагава. Глаза Кинзабура задержались на красивом лице Очи. Она была такая же прекрасна, как его первая любовь. Однако Очи была не на Мие. Здесь, в этом мире, у меня что, не осталось больше никаких чувств? Где я должен находиться? Порой самураи приставали к гейшам с какими-то просьбами. «Иди-ка сюда, девочка!» «Нет, не надо, с меня хватит!» «Да будь хорошей девочкой, съешь еще немножко, вот!» «Прошу вас, пустите меня!» «Ой, теперь он совсем стал грязный!» Кинзабура был не настроен шутить. Грязная крыса. Получается, что но его впереди ждали только одни неудачи. Но Кинзабура сейчас ничто больше не волновало. Роскошная одежда самурая, которая его облил, только разгневала ее еще больше. Кто здесь главный? Выходи немедленно. Это я. Я здесь служу. Что я могу для вас сделать? Посмотри на мою одежду. Тот самурай сверху сделал это. Отведи меня к нему. Сейчас же, отведи меня к нему. Прошу вас, успокойтесь. Перестань извиняться. Веди меня к тому самураю. Быстрее. Успокойтесь. Мы можем все уладить. Это невозможно. У самураев существует кодекс чести. Мы сами должны извиняться за свои ошибки. Приведи ко мне этого самурая. Быстрее. Прошу вас, успокойтесь. Мне очень жаль. Вот, дай ему это. И попроси уйти. Прошу вас, согласитесь взять это в знак моих искренних извинений. Считая Кинзабура за вымогателя, служащий притягивает ему немного денег. Однако, как бы низко ни пал Кинзабура, он считает себя честным человеком, а не вором. И это предложение приводит его в бешенство. Что это за деньги? Здесь разве кто-то говорил о деньгах? Придурок! Я не вор, и я не попрошайка. Я пришел сюда не для того, чтобы требовать деньги. У меня есть долг, и я хочу его уладить. Приведи сюда этого самурая. Что же мне делать? Прошу вас, простите меня. Быстрее иди, вызови полицию. Мальчик со всех ног побежал в полицейское отделение. А тем временем Кинзабура... «Давай его сюда! Или ты хочешь, чтобы я сам пришел и вытащил его? Давай! Прошу вас, успокойтесь! Успокойтесь!» И вот неожиданно появляется полиция. «Что здесь происходит? Ну-ка прекратите это! В чем дело? Вы как раз вовремя!
Этот самурай валился сюда и требует у нас деньги. Пожалуйста, арестуйте его. Что? Молчать! Грязный лжец! Я пришел сюда по делу! Я не сделал ничего плохого! Арестуйте его! Уведите его! Уведите его отсюда! Пустите! Подождите минутку! Меня никогда раньше не арестовывали! Прошу вас! С меня хватит этой лжи! Молчать! Пытаясь защитить себя, Кинзабуры сопротивлялся аресту. Осторожнее! Но у него не было возможности, ни малейшей возможности избежать руки закона. Без единой возможности объяснить свое поведение и рассказать свою историю, Кинзабуры был арестован. Это несправедливо. Я не сделал ничего плохого. Разве вы этого не видите? Пустите меня. В конце концов, Кинзабура увели. Он предстал перед судом и был признан виновным в вымогательстве и сопротивлении аресту. И был приговорен к 2 месяцам заключения в тюрьме. 2 месяца в темной камере. Но вот пришла пора, и Кинзабура выпустили на свободу. Он вернулся снова в этот маленький городок. Зачем люди приходят в этот мир? Существует ли в нем справедливость? Или справедливости нет? Кем я сейчас стал? Куда мне сейчас идти? Задумываясь над своей судьбой, Кинзабура вспомнил очи, прекрасную, но служащую в ресторане. Я не уйду никуда отсюда. Деньги. Я найду какую-нибудь работу. Кинзабура почувствовал, что он приблизился к финалу, к концу своего пути, и отчаяние, как петлей, сжало его горло. «Похоже, ты не очень хорошо выглядишь». Мужчина, который окликнул Кинзабура, был Какичи, крыса, человек, с которым тот познакомился в тюрьме. Какичи играет Накамура Катанасуки. «Давненько не виделись. Как у тебя дела?» «А, это ты. Да и ты сам видишь. Дела идут не очень хорошо. А куда ты собрался?» «Я даже и не знаю. Я пытаюсь решить, что мне делать дальше». «Послушай, я буду рад на какое-то время приютить тебя. Как мне отблагодарить тебя?» «Пойдем». Не сознавая того, что Какичи является обыкновенным вором, Кинзабура соглашается на его предложение. Зная о том, как мастер Кинзабура владеет мечом, у крысы появились свои собственные причины приютить нашего героя. Несколько позже... Кинзабура становится телохранителем крысы и начинает посещать ресторан в Ишиногаве. «Добро пожаловать! Здравствуйте!» Наш герой становится известным под именем Кинзабура вне закона. «Посмотри, это вне закона! Счет, пожалуйста!» «Спасибо!»
Эй, саке сюда! Уже несу. Очи, а как насчет горяченькой еды? Сейчас все будет готово. Она хорошенькая, это очи. Настоящая красавица. Вот, пожалуйста. А это прихвостень крысы, кот Нирами. Его играет Араша Шигео. У кота на счет очи были свои собственные планы. А, очи. Я так рад ее снова видеть. Вот, пожалуйста. Сначала хозяину, учителю. Эй, а мне? Очи, налей мне, пожалуйста. Ты такая хорошенькая. Очи, я хотел бы еще выпить, если ты не против. Очи дрожала от страха и опускала вниз свои глаза. Кинзабура чувствовал себя потерянным, глядя на эту служанку, которая напоминала ему Намии. Да, это забавно. Кинзабура обуяла похоть, когда он увидел очи. Только посмотрите на него. Пусти. Эй, смотрите-ка. Вот придурок. Простите, не нужно надо мной извиняться. Ты что, не знаешь, что я такой? Не вздумай шутить со мной шутки. Дурак. Эй, подождите, постойте. Пустите его. Полегче. Успокойтесь. Хватит уже. Тупой ублюдок. Эй, кошечка, успокойся. Неожиданно все начало выходить из-под контроля. Кинзабура старался прекратить эту драку, но в это время появилась полиция. Что здесь происходит? Снова ты? Арестовать этого мерзавца? Меня? Арестовать меня? Не я начал эту драку. Я всего лишь пытался разнять их. Вы ошибаетесь. Ты мерзавец. Хватит с меня твоей лжи. Давайте все успокоиться. Я не сделал ничего. И еще раз, у него не было никакой возможности объяснить, что было на самом деле. Кинзабура арестовали вместе с крысом. Через несколько дней Кинзабура был освобожден. Но теперь весь город был наслышан Кинзабура, человека вне закона, и о том, как он дьявольски хитер. При одном только его виде все горожане начали прятаться, опасаясь за свою жизнь. Это вон тот бандюга. Держись от него подальше. Он просто какой-то кровожадный демон. Пошли побыстрее отсюда. Даже невинные дети знали о существовании этого демона. Что, развлекаетесь? Что? Бегите! Это же вне закона! Почему они убежали? Почему? Не могу понять этого. Значит, что я им сделал? Значит, теперь я демон для них? Демон для всех? Почему так произошло? Почему? Таким образом, Кинзабура пострадал от невежества и предубеждений. В обществе, которое судит о человеке только по одному его виду, и не интересуется, кто он такой на самом деле, и что он сделал. Что я им сделал?
Я же не злодей. Я хороший человек. Где же справедливость? А есть ли она, эта справедливость? Кинзабура это злило, но еще больше печалило. И он чувствовал себя одиноким и отверженным всеми. Есть ли хотя бы одна душа в этом мире, которая может увидеть настоящего меня? Отче! Она увидит, кто я на самом деле. Пожалуйста, постой. Отче! Тебе нечего бояться. Я не демон, я не дьявол, я не тот, за кого меня принимают, я хороший человек. Отче, я обычный человек, такой же, как все остальные, как ты сама. У меня тоже есть чувства. Все остальные ошибаются насчет меня. Они все неправы. Отче, как ты считаешь, почему я остался в этом городе? Как ты думаешь? Но ты, несмотря на то, как ко мне здесь относятся, только из-за тебя. Потому что я люблю тебя. О чем ты говоришь? Отче, отче, прошу тебя, поверь своему сердцу. Посмотри на человека, который стоит перед тобой. Отче, пожалуйста, пусти меня, оставь меня в покое, отче. Отче, пусти меня. Отче отбивалась так отчаянно, будто что-то угрождало ее жизни. Но Кинзабура было необходимо узнать, что она чувствовала на самом деле. Он стоял на месте, не в силах следовать за ней. И только печально смотрел, как она убегала вдаль. Куритами, давай я скажу тебе, как ты можешь получить ее. А, Кокичи, послушай, ну что ты думаешь об этом? Что? Нет, я не могу, положись на меня. Я все это улажу. Крыса Кокичи планировал большое дело, и он старался извлечь для себя пользу из пристрастия Кинзабура к женщине, поэтому он решил похитить Очи и привести ее к Кинзабуру. Через несколько ночей крыса и его подручные схватили Очи. «Все уж в порядке!» Все просто превосходно. Давай, выходи, отче. Вылезай. Наконец-то она здесь. То-то. Не о чем больше беспокоиться. Теперь она твоя. Делай с ней все, что пожелаешь. За какого человека ты меня принимаешь? Ну давай, приступай. Отче, ну, ха-ха, скотина. Ну ты и сильная. Я же тоже тебя люблю. Ну, а ты меня? Пошел вон отсюда. Запертая совсем одна, Очи умирала от страха. Кейзабура, заходи. Кейзабура будто слышал в своих ушах завывание дьявола. Заходи. Кейзабура, прошу тебя, не надо. Не трогай меня. Кейзабура, сделай это. В этом мире существует только одно зло. Бога не существует. Ты можешь делать все, что хочешь.
все, что тебе нравится. Давай же, Кейзабура. Кейзабура. Вперед, действуй. Он слышал в своих ушах голос дьявола, но также и голос своей совести. Я прошу тебя, я умоляю тебя, отпусти меня. Смотря на эту несчастную, плачущую девушку, он остановился. Он почти уже был готов отступить, но голос дьявола взревел еще громче. Кейзабура, в чем дело? Здесь, в этом мире, нет Бога. Возьми ее. Кейзабура. Действуй. Пожалуйста, не трогайте меня. Что ты ждешь? Действуй. Кейзабура. Почему ты остановился? Я не могу. Пожалуйста, не надо. Я не могу этого сделать. Тронутый слезами очи, Кейзабура отбросил все свои плотские желания. Я не могу. Кейзабура, не будь дураком. Дьявол в его ушах кричал все громче и громче, но Кейзабура нашел в себе силы противиться искушению. Что-то там совсем стало тихо. Куритами, наверное, хорошенько развлекается с этой маленькой шлюшкой. Но дом был уже окружен полицией. Вот как вкусно-то. Здорово, здорово. Ладно, пора приниматься за дело. Всем стоять на месте. Хакичи, бросай оружие. Сдавайся. Все кончено. Они нашли нас. Черт возьми. Всюду полиция. Но Кейзабура решил вывести отсюда очи. Очи! Быстрее! Назад! Хакичи! Все назад! Сдавайтесь! Но по удаче очи сумела ускользнуть. Именем закона, стоять! Все кончено. Кейзабура и все остальные разбойники были схвачены беспощадной полицией. Двигайся! Вперед! Полгода в холодный мрачный камень тянулись для Кейзабура очень медленно и тяжело, но он старался держать себя в руках, думая о своей любви. Не способный больше этого выдержать, он решил бежать. Гасите свет! Гасите свет! Ты ничего не видел? А что такое? Побег! Побег? О же, господи-то! Что же мне делать? А беглец думал только об одном, о своей возлюбленной очи. Обыщите все здесь! Никто другой, только одна очи.
могла понять его. Он стремился побыстрее до нее добраться. Кензабура поспешил к Очи в ресторан Йошинагавы. Ну что, пока ничего. Только Кензабура, приблизился к ресторану и увидел Очи, которая мило беседовала с другим мужчиной, и у нее была прическа замужней женщины. Он не поверил своим глазам. Этого не может быть. Он будто бы превратился в камень. Разве это Очи? Очи. Увидев Очи, женщину, которую Кензабура любил женой другого мужчины, он впал в полное отчаяние. Мир его был полностью разрушен. Очи. Очи. Очи, о которой он мечтал, та, которая поддерживала его в течение полугода, но то в сидении в одиночной камере, исчезла, и ее больше не было. Теперь она замужняя женщина. Кензабура лил слезы по своей потерянной любви. Ледяной ветер беспощадно хлестал его своими струями. Однако Кензабура был обнаружен, и к нему уже приближалась полиция. Весь погруженный в отчаяние, Кензабура ничего не замечал. Он не замечал приближающуюся к нему опасность. Неужели никто не может увидеть, кто он на самом деле, какое на самом деле у него сердце. Увы. Все напрасно. Все напрасно. Полиция! Стой, Кензабура! Сдавайся! Замри на месте! Хватит! Кензабура! Стой! Оставьте меня в покое! Неужели вы не видите, что у меня разбито сердце? Оставьте меня в покое, иначе я убью вас всех! Отпустите меня! Отпустите! Я не убил ни одного человека. Если вы не хотите, чтобы я стал убийцей, тогда разойдитесь. Отпустите меня. Кензабура, ты слишком много болтаешь. Давайся, мерзавец, не с места. Вы что, не слышали меня? Послушайте меня, я ни в чем не виноват. Но даже у невинного человека есть предел своим его терпением. Отпустите меня. Взять его. Слова Кензабура никто не слышал. Прекрасно. Подходите ко мне. Я покажу вам, какой человек Куритоми Кензабура.
Молчать! Взять его! Кензабура бежал от полиции через чей-то сад. Кто ты такой? Этот дом принадлежал лорду области Акаги Джироза. Его играет Накамура Кичиматсу. Кто ты такой? Прошу вас, помогите невинному человеку, который был несправедливо обвинен в преступлениях. Я взываю к вашей справедливости. Прошу вас, помогите мне. Я умоляю вас. Ну, что такое? А, это Акаки Джироза. Вы не видели человека, который пробегал здесь недавно? А как он выглядел? Он был в накидке. Это беглый заключенный. А, похоже, я видел его в той стороне. Там? Наверняка это он. Вперед, за ним. Смотрите-ка, убежали дураки. Так Кензабура был спасен Джироза. И когда Кензабура узнал, что его спаситель известен на весь город своей мудростью и благородством, он проникся к нему огромным уважением. Кензабура остался в его доме в качестве учителя. Сейчас моя очередь, я уже готов. Святой дурачок, Ясуда Джиничиро. Давай, покажи-ка мне, что умеешь. Ты можешь это лучше сделать. Вот так. Мне с тобой не совладать. Давай, давай, нападай. Ну? Да что с тобой, святой? Очень хорошо, вот так. У тебя хорошо все получается, учитель. Боюсь, что они вам не соперники. Но Таня осмотрится немножко. Однажды ночью, вскоре после того, как он поселился в доме у Джироза, Кензабура начал замечать странные вещи. Его благородный и всеми уважаемый хозяин похитил одну из местных девушек. Кензабура не мог в это поверить. Что же это может быть значить? Но крики этой девушки были непритворные. Теперь Кензабура узнал всю правду о Джироза своем хозяине. По ночам в этом месте происходили странные вещи. Он, наконец, выяснил всю правду о своем хозяине Джироза. Джироза не был благородным лордом, не был мудрым человеком. Да и все его богатство тоже было обманом. Он проигрывал свои дома и похищал женщин. Он использовал свое богатство, чтобы скрыть всю мерзость своих деяний. Разве это не иронично? Я хороший человек, а меня преследуют как преступника. А Джироза так уважают, будто бы он сам король, а на самом деле он змей, дьявол. Невинного преследуют, а злодею воздают почести. И живут они вместе под одной и той же крышей. Какая ж зловещая шутка судьбы, и неторопливо он начал обдумывать планы своей мести. Этому обществу и улыбался сам себе.
Однажды ночью Дзюрозо встретил по дороге больного самурая и его несчастную замерзшую жену. Вот мы и пришли. Входите. Чувствуйте себя как дома. Спасибо большое. Гости, которые пришли в дом, были никем иным, как первая любовь Кинзабура Намии и ее муж Шинноджо. Шинноджо играет Харуджи Кинсаку. Больной и слабый Шинноджо благодарил Дзюрозо за его доброту. Как же нам повезло. С тобой все теперь будет в порядке. Твой муж не очень хорошо выглядит. Ему необходимо отдохнуть. Здесь со мной ты будешь в полной безопасности. Как я могу благодарить вас? Мы проделали такую длинную дорогу. Да не за что здесь благодарить. Мой дом — это ваш дом. Но, конечно же, у хозяина дома были свои собственные планы насчет ничего не подозревающей красавицы. Да, вы проделали долгую дорогу. Очень долгую. Вы же не местная. Никогда раньше я не видел подобную красавицу, как вы. Вот, выпейте. Нет, спасибо. Я совсем не пью. Спасибо. Да, как хорошо. Прекрасная жена самурая наливает мне саке. Да я просто счастливчик. Я влюблен по уши. Никогда раньше я не видел столь прекрасную женщину. Ладно, расслабься немного. Выпей глоток. Один глоток не повредит никому. Давай. Прошу прощения. Уже очень поздно. Я понял. Значит, обычный простой человек недостаточно хорош для жены самурая? Ну тогда давай, налей мне еще, что ли. Хорошо. Да, сейчас я налью. Ночь еще только началась. Что ты делаешь? Не притворяйся. Не надо притворяться, что ты не хочешь. Отстань от меня. Значит, ты хочешь, чтобы я действовал силой? Не нужно шуметь. Подлец. Кричи. Посмотрим, как ты можешь кричать. Этот шум разбудил Кинзабура и наполнил его сердце жалостью. Еще одна жертва попалась в западню Дзюрозо. Сейчас мы повеселимся. Что тебе надо? Слабый и больной Шинноджо попытался защитить свою жену. Посмотрите на этого дурака. Только подойди, я уничтожу тебя. Трус. Трус. Я убью тебя. Оставьте его в покое. Мой муж болен. Прошу вас, отпустите нас. Пожалуйста, отпустите нас. Замолчи ты уже. Этого не может быть. Это же Намия. Я не могу просто так стоять и ничего не делать. Но что еще я могу сделать с этим? Наконец-то наши дороги пересеклись. Но я ничего не могу сделать сейчас. Не здесь, не сейчас. Я не могу пойти против Дзюрозо. Ублюдок. Ну давай, делай выбор. Если ты будешь вести себя хорошо, не будешь вести себя хорошо, я убью твоего мужа с голыми руками. Ну? Прошу вас, поимейте сострадание к бедной заблудшей супружеской паре. Отпустите нас, прошу вас. Сострадание? Я покажу тебе, что такое сострадание. Пошли ко мне в комнату. И ты увидишь, каким сострадательным я могу быть. Пошли.
Прошу вас, не надо. Как вы смеете со мной так обращаться? Убейте его! Убейте его! Трус! Убейте его! Несмотря на свое решение, Кинзабуры не мог больше сдерживаться. Он забыл обо всех своих обязательствах. Джироза, прошу тебя, выслушай меня. Куритоми, что ты здесь делаешь? Я знаю эту женщину. Прошу тебя, сжалься над ней. Я умоляю тебя. Да, это не очень хорошо. Тебе нужно было закрыть на это глаза. Закрыть глаза на мои маленькие слабости. Пожалуйста, я умоляю. Только не эту женщину. Боюсь, что я не могу ее отпустить. Ты же можешь выбрать себе любую женщину в этом городе. Тебе незачем приставать к этой паре. Всего лишь раз. Я прошу тебя, Куритоми, держись от этого подальше. Я сказал тебе нет. Это мое последнее слово. Кто ты такой, чтобы указывать мне, с кем я должен иметь дело, а с кем нет? Ну, пошли со мной. Я прошу вас еще. Я умоляю вас. Хватит. Лучше позаботься о своих делах, не лезь в чужие, прошу вас. Отстань от меня, хозяин. Хозяин. Значит, независимо от того, что бы я ни сказал или не сделал, вы все равно надо мной жалитесь. Да. Даже если я буду просить и умолять вас. Конечно. Хозяин, вы не оставили мне выбора. Вы можете забрать ее только через мой труп. Что? Наглый червь, ты уже забыл о том, кто спас тебе жизнь? Самурай никогда не забывает о своих долгах, но я не желаю содействовать свершению зла, чтобы возместить эти долги. Пришел день правосудия. Джироза, берегись, убейте его. Все, убейте его! И Кинзабура, беглый преступник, но справедливый человек, совершил небесное правосудие над злодеем, который наконец скинул свою маску благородства. Джироза пал. Быстрее, уходите! Кинзабура сумел спасти Намия и Шиноджи. Но этот дом уже был окружен. Это Кинзабура. Кинзабура преступник. Быстрее, бейте в колокол. Прочь, отстаньте, прочь с дороги. Прочь с моей дороги. И тут тишину ночи разорвал звон колокола. Почему это звонят? Пожар, что ли? Да. Нет, нет, это не пожар. Это преступник арестуют. Это Кинзабура. Они ловят Кинзабуру, преступника. Все, слушайте. Они преследуют его. Быстрее! Передайте всем эти слова! Нужно его арестовать! Полиция преследовала преступника, гонясь за ним. Thank you.
меч мелькал в воздухе и проливалась кровь. Кинзабура сражался как демон, сражался словно раненый лев. Его сердце горело пламенем гнева и ненависти. Но, как бы ни старался Кинзабура, он не мог один справиться со всей полицией города. Ему приходилось сражаться за свою собственную жизнь. Один против всех. Что же сейчас делать? Итак, как у него не оставалось иного выбора, он решил сделать единственную вещь, подобающую звание самурая Кинзабура. У тебя нет никакого выбора. Уйдите с дороги. Прочь с дороги, или я убью вас.
И когда он посмотрел вокруг своими уставшими глазами, он увидел на земле множество тел, лежащих вокруг него. Я убийца. Я забирал жизни людей. Я убийца. Кензабура бросил на землю свой меч, и его схватили. Мы поймали Кензабура. Увести его прочь. Все было кончено с Кензабура. Те, кто остались живы, были счастливы, что они остались живых. Они схватили его. Они поймали этого убийцу. Теперь мы сможем спокойно спать по ночам. Они поймали его. Правда, это случилось не так быстро, как могло. Посмотрите, вон там, это Кензабура. Человек вне закона. Значит, это тот разбойник, который грабил ночами. Да, это был он. Среди всей этой радости не было ни одного человека, который пожалел бы его. Неужели нет никого, кто мог бы разглядеть, какое у меня сердце? Его проводили по улицам под холодными и ненавистными взглядами толпы. Какой печальный конец для жизни нашего героя. Намия, Очи. Это были две женщины, ради которых он готов был сделать все. Прощайте. Прощайте. Значит, нет никого, кому я мог бы верить. Выходит, в этом мире нет справедливости, но неведомые для Кензабуры две человеческие души возносили за него молитвы, так как никто не мог бы сделать этого. Это были Намия и Шиноджи, это они молились за него. Один человек отдал все, чтобы спасти их жизни. Неужели нет справедливости в этом мире? Не все, кого называют злодеями, на самом деле злые люди. Не все, кого уважают как благородного человека, заслуживают носить это название. В этом мире многие живут под фальшивыми чужими масками, скрывая под ними свои недостатки и зло своих душ. Конец фильма.